Меня зовут Оксана Соловьева, я из компании Simply English. Мы с холдингом Ломоносовским уже сотрудничаем несколько лет, и работают наши преподаватели, носители английского языка, в трех школах ломоносовских. Вот. И я бы хотела сказать огромное спасибо за приглашение сегодня на этот форум. Это было очень интересно, особенно для нас, потому что мы бы хотели тоже как-то вместе скооперироваться и работать на проектной деятельности вместе, привлекая наших учителей, носителей английского языка. Что особенно хотелось отметить, это, конечно, уже детские проекты, работы, результаты этих проектов. Мы получили огромное удовольствие, было очень там интересно, было видно, что им это нравится, соответственно, эти эмоции переходили на зал. Это очень здорово, надеюсь, у нас что-то получится вместе, и мы будем дальше и дальше развиваться и работать вместе. My name is Frances Newbury. I'm from the United Kingdom. I work for Simply English. We have native speaking teachers that work here in Lomonosovska School, and I am the curriculum writer for these teachers, and I help them with their lesson preparations. I would like to thank the school very much for inviting me and my colleagues to join you for the forum this morning. It was wonderful to see the children and their results of their project work. What I really enjoyed mostly is your collaborative approach, which really helps the children both in, they understand that this is the way adults work. They work collaboratively and creatively together, and they model that in their own classes. And I really enjoyed the innovation that I saw this morning. Thank you.
Я была приглашена сюда, в данную школу, Ломоносовскую школу, на семинар по защите проектов на английском языке. Мне эта тема была очень интересна. Я мало практикую эту тему и сейчас набралась массу опыта в связи с этим семинаром. Мне здесь очень нравится, здесь очень комфортно. Микроклимат школы семейный, домашний и, мало того, что обучающий. Дети активные, дети развитые, дети с энтузиазмом воспринимают любые задания учителя. Я была на уроке английского языка в первом классе, мне очень понравилось. Разнообразные формы работы, много картиночек, много диалогов, много видео, прослушиваний и так далее. Спасибо за приглашение. Если вы пригласите, я обязательно еще раз сюда приду. Присутствовала на открытом уроке по английскому языку педагогом, который является Елена Владимировна. Мне очень понравился, как построен урок. Понравилась структура урока, как детки себя чувствуют на уроке, как они организованы, как они легко отвечают, как они легко вовлекаются в процесс. Очень понравилось, как дети работают в группах, как дети работают, инсценируют сценки. Спасибо большое Ломоносовской школе за то, что она столько времени уделяет развитию наших деткам. И за то, что наши дети чувствуют себя здесь, как у себя дома. Сегодня мы посетили урок открытый у Светланы Федоровны в первом Б. Что хочется сказать? Очень интересный опыт посещения такого урока. Интересно посмотреть, как дети работают самостоятельно. Причем хочется выразить благодарность учителю за то, что она так прекрасно держит атмосферу в классе, каждому уделяет внимание, каждый ребенок сосредоточен и очень активно работает. Я думаю, что детям нравятся такие уроки, потому что очень интересно это проходит в игровой форме. Они причем переключаются с разных информационных носителей достаточно быстро. Были даже веселые моменты и были интересные моменты, я думаю, для самого педагога, когда дети там могли внести какие-то коррективы в урок. Вот, хочется сказать большое спасибо за такие возможности проведения уроков, когда родители видят, чем занимаются дети и насколько интересно проходят уроки. Большое спасибо Ломоносовской школе. Хочется отметить, что такой подход именно в изучении английского языка, да, с применением таких учебников новых и работы на планшете, это что-то новое. Это не то, как мы изучали английский язык, да, как он нам трудно давался в школе. Сейчас это гораздо легче, и, естественно, мы будем даже на летних каникулах, да, находить время для того, чтобы так проводить домашние уроки, потому что я не думаю, что 15 минут в день, да, для того, чтобы посвятить время языку, так интересно, будет очень полезно для детей. Ломоносовской школе только спасибо и дальнейших успехов. Мы посетили сегодня открытый урок по английскому языку, преподаватель Татьяна Сергеевна. Я выражаю ей благодарность за тот интересный урок, который она провела. Она умело держала внимание всех ребят в группе тем, что использовала разные техники. Планшет, интерактивный экран, тактильные игрушки для детей, работа в группе. Смена деятельности позволяла ребятам не отвлекаться. Хочу подчеркнуть, что дети не боялись совершить ошибки. Они вели себя раскованно, свободно. Им было интересно на уроке. И в этом заслуга как учителя,
так и школы, которая выбрала такую технологию, такую методику преподавания английского. Я думаю, что подобные сессии очень важны для родителей, поскольку позволяют им понять, как лучше заниматься с ребенком дома, на что нужно обратить внимание, как помочь раскрыться ребенку. Я поняла, что какие моменты нужно использовать с ним дома. И спасибо, что учитель позволил раскрыть моего ребенка в английском, и я очень благодарна. Сегодня третий день работы образовательного форума в стенах нашей начальной Ломоносовской школы. На этом форуме сегодня были представлены уроки английского языка, а также ребята представляют проекты, которые они выполняют в течение всего учебного года. Эти проекты тоже на английском языке. Хотелось бы отметить, что в своей работе мы используем самые современные практики, технологии преподавания английского языка. Мы также применяем тот классический контент, те классические практики и приемы, которые уже существуют на данный момент в образовании. И вот, объединяя, основываясь на классических принципах обучения английскому языку, привнося новые технологии, приемы и формы работы, мы и получаем, собственно, ту систему работы, ту систему работы кафедры, ту систему преподавания английского языка, которая работает в стенах нашей школы. Применяя классические технологии и подходы в образовании, а также добавляя и привнося новые приемы и формы работы, все это вместе позволяет добиваться нам высоких результатов в обучении английскому языку. Эти результаты ребята демонстрируют и проявляют и в тестах, которые они выполняют в конце учебного года, это и срезы знаний, это и сдача международного экзамена Cambridge, и ни для кого не секрет, что именно то построение урока, те задачи развития, которые ставим мы перед ребятами и которые ребята, над которыми работают в течение всего учебного года и позволяют добиваться нам таких высоких результатов. Наш преподавание английского языка в нашей школе – это не просто урок английского языка. Ребята проживают жизнь на английском языке, ребята общаются, коммуницируют, ребята выезжают за рубеж, и там они ощущают себя вполне комфортно с помощью английского языка. Каждый урок английского языка – это маленький проект, в котором мы ставим свои цели и в течение урока добиваемся. И сегодня не исключение, на уроке мы тоже добивались цели. Основная цель – это говорить, потому что язык – это говорение. И вот ребята на уроке в свойственном им деятельности, в основной деятельности в игре, реализовывали эти цели. На уроках английского языка мы много слушаем, мы смотрим видео, мы играем в развивающие игры на планшетах, мы разыгрываем диалоги, мы используем элементы театрализации. Основной вид деятельности в начальной школе у младших школьников – это игра. Урок английского языка – это не исключение, мы тоже играем. Мы играем в куклы, мы играем в пальчиковые куклы, развиваем мелкую, крупную моторику. И все это способствует развитию речи, речи на английском языке. Дети работают индивидуально, работают в парах, работают в группах, выступают перед своими одноклассниками, тем самым развиваясь в плане языка. Сегодня в рамках форума на свои уроки мы пригласили родителей наших учеников. И родители могли своими глазами увидеть, как дети коммуницируют, как они общаются, как они ведут себя, как происходит процесс обучения. Это интересный опыт и для родителей, а также для детей, потому что не всегда, не во всех школах, не на каждый урок приходят мамы и смотрят, как мы учимся, как мы занимаемся. Ребята очень старались, очень переживали, вот, но урок получился веселым, занимательным, и мне кажется, что и родители, и дети были очень довольны.